каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Глава Тувышелбанк Раул от имени жителей республики выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово. От имени жителей Республики Тыва выражаю глубокое соболезнование руководству Кемеровской области, а также родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре города Кемерово. К несчастью, огонь унес жизни детей и взрослых. Разделяем горечь невосполнимой утраты. Ставлю задачу ответственным должностным лицам правительства Тувы во взаимодействии с федеральными территориальными органами власти в кратчайшие сроки организовать тотальную проверку всех торговых центров, кинотеатров и других объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Составить четкое представление об исправности противопожарной и иной сигнализации, наличии в помещениях систем предупреждения и ликвидации возгораний, соблюдение всех требований безопасности. Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился в воскресенье 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека. Родственники уже опознали 25 жертв, среди которых находятся 13 детей от 4 до 13 лет. Для оказания помощи населению поселка Кахем Кызыльского района продолжают дежурство спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда регионального МЧС и личный состав пожарно-спасательных частей. Кроме этого, для уточнения оперативной обстановки на месте находится группа Центра управления в кризисных ситуациях, а также осуществляется мониторинг ситуации с помощью беспилотного летательного аппарата. Рабочими бригадами с низменных участков придомовых территорий было откачано 2500 кубических метров воды. Также проводились работы по продлению траншеи для талых вод с горы Хербис Кызыльского района. Наиболее сложная ситуация сегодня остается в Кызыльском районе, где талыми водами с 24 марта подтоплено 30 участков. В Кызыле ситуация стабильнее. Напомним, что 24 марта произошло подтопление талыми водами 30 участков придомовых территорий в поселке Кахем Кызыльского района. Для оказания помощи пострадавшему населению поселка Кахем Кызыльского района за прошедшие сутки проведено 14 выездов спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Оказана помощь более чем 130 людям, в том числе 30 детей. Нуждающиеся размещены в пункты временного размещения, которые развернуты в школе номер 12 города Кызыла и в школе номер 2 поселка Кахем, где дежурят психологи Главного управления МЧС России по Республике Тыва. Для оперативного информирования населения о текущей обстановке проведен обход более 140 домов личным составом Федеральной противопожарной службы. Также информирование проводится с использованием специальной техники. Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 200 человек и 80 единиц техники, в том числе от МЧС России более 70 человек и 8 единиц техники. С целью повышения конкурентоспособности безработных граждан Минтруд Тувы обучает краткосрочным курсам. Ежегодно свою профессию получают около 600 безработных граждан. В 2017 году 4 человека обучились за пределами республики на инженера-сметчика и монтажников, которые после обучения были сразу трудоустроены. Безработный гражданин имеет возможность за счет республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Труд и занятость» получить профессию и специальность, в том числе за пределами республики. По данным ведомства, в Туве более 50% безработных граждан, состоящих на учете центров занятости населения, не имеют профессионального образования. На сегодняшний день востребованы такие специальности, как каменщик, сварщик, охранник, машинист бульдозера, штукатур, маляр, парикмахер и другие. Данная мера поддержки – это хорошая возможность не только для безработного гражданина получения рабочей профессии, но и для работодателя – возможность подбора кадров. Министры Красноярского края, Хакасии и Тувы обсудили подготовку к Красноярскому экономическому форуму. Руководители Министерств экономического развития трех субъектов Федерации обсудили проект создания микрорегиона «Енисейская Сибирь» и его презентацию на Красноярском экономическом форуме. Об этом сообщила «Российская газета». Реализация проекта предусматривает межрегиональную кооперацию Хакасии, Тувы и Красноярского края в целях социально-экономического развития. Министр экономики Тувы Елена Каратаева рассказала, что будет создана межрегиональная рабочая группа с целью выработки единых предложений в правительство России по содержанию механизмов реализации системы управления проектом «Енисейская Сибирь», а также по выработке возможных форм и мер государственной поддержки и созданию особого режима для участников проекта.
И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей ровно, евро 70 рублей 57 копеек. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». В Козельском районе сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения 38 килограммов марихуаны. В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками регионального наркоконтроля недалеко от автодороги Кызыл-Эрбек-Байынкол оперативники обнаружили и изъяли 9 полимерных мешков с веществом, имеющим признаки наркотического. Согласно справке об исследовании, проведенном экспертно-криминалистическим центром МВД Тувы, изъятое вещество является марихуаной весом свыше 38 килограммов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владельца указанного вещества. 39-летнего безработного жителя города Кызыла, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. В отношении указанного местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящий момент фигурант задержан, расследование уголовного дела продолжается. 24 марта текущего года в правоохранительные органы Тисхемского района республики поступило сообщение о смерти в Тисхемской центральной районной больнице малолетнего пациента 2016 года рождения. По данному факту региональным следственным комитетом организована доследственная проверка. Проведенными неотложными проверочными мероприятиями установлено, что ребенок был доставлен 24 марта около 19 часов в сопровождении фельдшера ФАП села Агерик Тисхемского района. И около 21 часа этого же дня ребенок скончался. В настоящее время по сообщению проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тувинская компания «Тува-Авиа» выиграла торги на выполнение рейсов по вызовам санитарной авиации в первой половине 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Тувы. Всего на авиационные услуги утверждено около 130 миллионов рублей по принципу совместного финансирования из федерального и регионального бюджетов. До момента окончания торгов в соответствии с законодательством вылеты выполнялись по разовым контрактам с компаниями «Тува-Авиа» и «Скол». На участие в торгах было подано 3 заявки от авиакомпаний «Тува-Авиа», «Аэрогео» и «Скол». Напомним, что первый вызов санитарной авиации в этом году обслужен 6 января. Всего выполнено более 30 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи 71 пациенту, в том числе 23 детям, среди которых 9 младенцев до года. В числе экстренно госпитализированных – один пострадавший в ДТП. Выполнено 2 операционных вмешательства с применением авиации. Госпитализировано 67 пациентов в республиканские и федеральные медицинские организации. Сегодня на базе 15-го детского сада Кызыла открылась служба ранней помощи для детей с расстройством аутистического спектра. В дошкольном образовательном учреждении на данный момент обучаются около 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях социализации и дальнейшей адаптации к полноценной жизни детей с ОВЗ в регионе, в частности в Кызыле, детский сад принимает детей возрастом 1,5 года вплоть до 7 лет. Мы глубоко убеждены, что ранняя коррекция и диагностика детей с проблемами в развитии, в частности с расстройством аутистического спектра, поможет в будущем успешной и эффективной работе специалистам и успешной социализации данных детей. Воспитанники службы будут изучать навыки и нормы поведения в определенной ситуации, а потом учиться применять их в жизни под присмотром воспитателей или родителей. Также здесь с детьми будут лично заниматься такие педагоги, как психологи и логопеды. Все успешные люди, а это уже доказано, имели и имеют главный талант – талант общения. Одно из важных приобретений детского возраста – это речь.
к 3 годам уже заканчивается формирование речевых зон, и после 3 уже поздно. Так называется книга японского исследователя Масару Ибука, который утверждает, что развивать ребенка нужно буквально с момента его рождения. Одна из главных задач службы ранней помощи – рассказать о данной проблеме как можно больше. Потребность в такой терапии, по оценке медиков, нужна для здорового ребенка. Помимо всего прочего, на базе службы ранней помощи планируют проводить и обучающие занятия для детей с ОВЗ и их родителей, направленных на развитие памяти, мышления, логики и мелкой моторики. Сейчас, на данный момент, мы находимся в сенсорной комнате. Сенсорная комната предназначена для развития детей эмоционально-волевой сферы. Сенсорную комнату посещают детки как 3-4 лет, так и дети старшего дошкольного возраста. Каждое занятие у детей с 3-4 лет проходит по 15 минут 2 раза в неделю, а дети старшего дошкольного возраста по 20-25 минут 2 раза в неделю. Сегодня открывшаяся в 15-м столичном детском саду служба ранней помощи – одна из первых во всем регионе. Всего по республике около 700 детей с ограниченными возможностями здоровья и 128 детей-инвалидов. В прошлые выходные в Гранд-холле столичной прошла выставка «Лучшая свадьба 2018». На выставочной площадке всех посетителей ожидали дегустации от профессиональных кондитеров, показ тувинской традиционной и стилизованной свадебной одежды, прекрасные и незабываемые фотозоны от декораторов. Невесты смогли примерить свадебные образы от салонов красоты и мастериц свадебных украшений. Во время выставки проходила школа невест, где профессионалы своего дела делились опытом о том, как разнообразить ваш свадебный день и сделать его незабываемым. Самые активные участницы получили подарочные сертификаты и бонусы от фотографов, видеооператоров, флористов, организаторов и ведущих. В первую очередь мы, конечно, это мероприятие сделали для невест. Это возможность в одном месте познакомиться со всеми свадебными специалистами. Ну и не только свадебными, потому что жизнь на свадьбе не заканчивается, она продолжается, это связано с детьми, это со здоровьем связано, поэтому у нас различные мастер-классы тоже запланированы. Выставка «Лучшая свадьба 2018» проводилась в уникальном формате, который включал не только формальное общение участников, но и расширенную деловую программу и мастер-классы. Впрочем, мартовская выставка не только порадовала будущих молодоженов полезными знакомствами с самыми востребованными свадебными специалистами, но и сами свадебные специалисты были рады общению, обмену опытом и обсудили, как в дальнейшем расширить работу выставки. Приятной новостью для всех участников и жителей Кызыла станет проведение следующей свадебной выставки в 2019 году. Оставляйте заявки на участие в Гранд-холле столичной. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, дождь со снегом, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность, также без осадков. Температура воздуха ночью -3-5 градусов, днем +9-11. На дорогах местами гололедица. В Туве в связи с погодными условиями, гололедица, усиление ветра, снеготаяние и так далее, временно закрыта автодорога Акдавурак-Абаза. Управление автомобильных дорог республики просит жителей ограничиться поездками по этой автодороге в случае возникновения вопросов обращаться по телефону службы оперативной информации и состояния дорог 8-394-22-3-22-62. Действует и сотовый номер 8-923-386-74-40.